Способ применения биопрепарата «Водограй». Максимальная эффективность применения биопрепарата «Водограй» достигается при pH от 5 до 8,5 и температуре среды применения от 4 до 45 градусов Цельсия. В результате регулярного применения препарата «Водограй» срок службы выгребной ямы, септика, туалета или автономной очистной канализационной системы становится практически неограниченным. Исчезает неприятный запах, который к тому же привлекает мух и других насекомых. Отпадает необходимость вызова осенизаторской машины. Регулярное применение значительно снижает расход «Водограй» на единицу объема выгребной ямы. Попадая в выгребную яму, септик, туалет или канализационную систему, «Водограй» перерабатывает их содержимое в нейтральный по химическому составу и запаху гранулированный осадок по количеству, не превышающий 3% общего объема переработанного материала, который растворяется в воде. Не производите стирку за 24 часа до, а также 24 часа после вброса препарата, ввиду того, что в выгребную яму попадает обильное количество хлоросодержащих продуктов, и бактерии не смогут в полной мере прижиться. Однако дальнейшее использование бытовых моющих и стиральных средств не ограничивается. Для успешной работы препарата в выгребную яму нужно обеспечить доступ воздуха. В зависимости от размеров выгребной ямы, септика или туалета готовят так называемую стартовую дозу. Для этого отмеренное количество препарата заливают 5 литрами нефильтрованной воды, отстоявшейся от хлора 24 часа комнатной температуры от 20 до 25 градусов Цельсия. Периодически перемешивая раствор, дают ему настояться в течение 20 минут. Заливают приготовленный раствор в уличные туалеты, выгребные ямы, септики, унитазы, раковины и так далее. В случае вливания приготовленного раствора через сантехнические приборы в доме, необходимо пропустить через этот прибор не менее 20 литров воды, чтобы биопрепарат в полном объеме попал в выгребную яму. Содержимое ямы не перемешивать. Особое внимание необходимо обратить на тот фактор, что содержимое уличного туалета, выгребной ямы, септика должно полностью перекрываться толщей воды не менее 20 мм, так как биопрепарат способен перерабатывать продукты жизнедеятельности человека только в водной среде. Использовать при дозировании препарата исключительно сухую столовую ложку. После набора порошка из пакета отжать пакет для удаления воздуха и плотно завязать. Начатую упаковку хранить в сухом темном месте при температуре от 10 до 25 градусов Цельсия. Срок хранения – 3 года от даты изготовления.